И всем привет, дорогие друзья, с вами Альфа. Ну давай, себе снимай. Ну короче, сьогодні буде влог, як ми на турничку обучаємо Альфу. Сьогодні ми будемо його вчити вихід на одну, ну і ще пару легких елементів. Ти що гониш? Ні, давай горизонтально. Горизонтально. Це піде на канал до Аліни? Це піде на канал Альфа. Угу. Ну затягніть мусорку вообще. Я в шокі. Ти чо? Вона дороже тебе, стой! Офігел! Не, давай, не, давай по-нормально, реально. Короче, ребят, сейчас мы разминаемся немного, да? Нет. Да не, реально мы разминаемся. Да, я уже начинаю. Эта рама уже разминается. Рама. Ну, це в тебе рама. Давай, разминайся. Сначала мы разминаем ноги и дойдем до шеи. А затем? Снимай мои ноги. Ноги снимай. Действительно, а так разминать надо? Кисти, ноги. Вот так, круговые движения. А кругові? Отак і бачиш, як я делаю? Упираю подожди, отак, от типу, блід, подожди. Да. Отак? Так. Да. Та ти ж бред. Ну дивись, як я делаю. Так і що ми з тою херню страдаємо, а не упражнення делаємо? Ну, типу... Я не знаю, куди це не виходить. Ну якось отак, коротше. Я не турнікмен, братан. Я просто любитель турніком, але не турнікмен. Коротше. Видите, ребята, где мы находимся? Ми це ще повторимо. Приїжджайте. Це упражнення ми ще повторимо, а зараз переходимо до колін. Коротше, отак зробиш? Так, да, давай. Я знімаю, давай. Зараз буду плясати. Давай. Да, під фонк. Дай, врубиш фонк. Я тебе знайду фонк і ти його вставиш. Я тебе вставлю. Це похоже на якийсь танець. Ладно, давай. Давай по-нормальному, отак. По-нормальному? Ну давай. А то фонд. Я тоже делаю это упражнение. Ну ты просто уже научился это делать. Да что вы тут делать? Не, просто дело не в том, ты привык просто, я так хотел сказать. Типа привык уже. Ну да. А я еще не привык. Mm-hmm. Я не часто это делаю. Я не так ехать. Что ты снимаешь? Будешь угорать на видео, да? Дивіться, пацаны. Я підтягуюсь на одні руки. Ты же бачив, як я підтягувався? А, ти ж не бачиш. Не, я во влоги бачив, да. Да. Сейчас мы разомнемся до конца, но мы этого снимать не будем, потому что это скучно. Это слишком... Слишком скучно, это слишком, короче, долго. Не, ну не слишком долго, но скучно, нам вам просто, это не интересно. Нам просто не хочется снимать, мы ленивые. Да, лучше вот мусорку посмотрите. Так, Коля, ой, Костя, ты что гонишь? Ладно, все, давайте мы разминаемся и потом переходим дальше. Так, давайте я еще раз камеру прыгну. Не ржи. Ладно. Ты конь. Ладно, все, давай. А Костя конь. В сторону. Ладно, давай. Для выхода на одну надо уметь 5 чистых подтягиваний. То есть опускаться на полные, на полные руки. На выпрямленные руки. На полные выпрямленные руки, да. И без рывка. То есть... Просто чисто вот так. Ну блин, ну, вы не увидели? Ты просто держишь вот так согнутые ноги. Не надо вот так их выпрямлять, как Коля. Усик. Усик, да. Він робить неправильно. Сейчас, подожди. Сейчас він достане свої шмотки Гуччі. Магнезі. А, магнезі? Да. Хоч не майонезі. Вона допомагає, щоб турник не скользив. Тобто мені теж треба таку фігню. Ну, хочеш? Возьми. Та не треба. Щоб турник не скользив. Та нормально все буде, я уверен. Ну, якщо турник скользить, то возьми. Та ладно, посмотрим. Ну, я использую для жорстких і не для нього. Для жорстких? Це дуже жорсткий, братан. Все, давай. Ти будеш учитися у Альфа поіграти. Ладно, давай. Я теж так зможу зробити. Все? Давай ще один разок. Все, хватить. Тепер одна. Витри руки для нас. Ну, так, а я ще хочу. Да. Та не об штани, ну ти гониш. І приступаємо до следующего. Все, да? Да. Раз. Короче, вы считать умеете, сами посчитайте. Ну, всё. Более-менее чисто. В смысле более-менее? Хочешь повторить? Да не надо, не трать свои силы. Хорошо. Так. Что так? Ты пытаешься фокус настроить? Нет. Теперь следующее упражнение. Дивись. Ну-ка, иди сюда. Иду. Что ты хочешь? Попробуй быстро подтянуться и повыше, здесь. Грудаком повыше? Да,
дивись. Дивлюсь. Ага. Ну давай. І быстро. І не быстро? Надо так медленно тянуть. Ага, хорошо. Быстро. Можна хват поменше. Так ні, так надо именно классическим. Ну, давай хотя бы. Да, вот таким можно. Ну, ладно. Более-менее... Ну, шуя, мене высоко. Не, ну, более-менее высоко. Ладно, давай. Да, блин. Да, нормально, нормально. Давай, ладно, до следующего. Следующее упражнение. Альфа. Альфа Ромео. Альфа пытается закинуть флажок. Закинуть флажок, то есть ты потянешь... Руку одну. И закидываешь вот так руку. Одну руку. Ты начинаешь закидывать руку, когда ты уже потянулся до шеи. Ага. Вот так. Капец. Стоп, до шеї? Да. А так це ізі. Не, ну... Не, я постараюсь, конечно. Коли ти вже потягнувся до сюди, то ти закинуєш флажок. Окей, давай. І я тільки що показав, як треба закинути флажок. А далі треба просто це виїжджати. Ну, я вам зараз покажу. Якщо що, тебе на відео погано чуть, бо машини, да. Ви просто отак грудаком помагаєтеся. Рибать, ти медленно робиш. Так не, я можу... Не качественно, качественно просто имею в виду. Я можу... А це уже лишнее, да? Я... Ні, ну да, це уже лишнее. Ну це можно як добавка. Не, ну я можу побыстрее сделать. Ну давай побыстрее. Я знаю, что ты можешь побыстрее. Я могу ще быстрее, но... Да не, не надо, братан. Сидеть раз не хочу. Ну так, все, на. Ладно. То есть мне сейчас надо только флажок поставить? Да, пытайся. И Винска. Ты начал? Да. Красава. Все, давай... Да ё-моё. Не, ну це було почти, но... Не, ти... я рано сейчас могу, подожди. Да, попробуй ще раз так, давай. В тебе получится. Да, спасибо большое. Не, так тебе реально получится. Да, и давай грудаком тяни. Не, ну это было очень близко. Я Альфе... Просто... Я Альфе сейчас объясню, что надо сделать. Начав, да. Следующее упражнение — раскачаться на флажку. Давай. Я могу так сделать. Ну давай так, як ты удобней. Ну хорошо, бахай. Подожди. Блин, все равно не могу. Ну. Мне надо больше ту твое упражнение повторить. Яке? Ну провисить хотя бы. Ну давай. Не надо еще адаптировать это то упражнение. Все, погнали. Стоп, а я тебе в конце видео должен уже сделать выход на одну? Да. Ну, если не получится, то снимем другую часть, и ты там 100 пудов сделаешь. Ну, в тебе дуже близькі попытки, я думаю, ты все так и сделаешь. Ну, хорошо, подивимся. Давай, 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 чуть-чуть. Да, Альфа сделал. Все, это реально, ты хорошо сделал. Да? Все, да, ты его сделал. Теперь пова. Ну, все. Все? Да, ты можешь снять обучалка, выход на одну. Красава! Я не ожидал. Да? Не, на самом деле, я думал, что не сделала, но я думал, что так быстро. Мы тут уже всего лишь 10-15 минут, а минут уже усилил цей элемент. Добро мы выход на 20 сделать. Что-то там грымыть. Да похер. Не, ну выход на 20 15 раз подтягиваться. Сколько? 15 раз. Ого! А ты не охренел ли? Не, ну ты же не я придумал. Не, ну все равно. Не, ну... Давай я тебе еще пару элементов покажу. Давай, просто чисто для видео все. Давай, подведем итоги. Сейчас Альфа пробует выход на одну. Ты снимаешь? Да. Я как бы уже его сделал. Ну да, но он пробует его закрепить. О, вот это уже быстро. Ну, это точно заслуживает лайка и да? Подписки. Да, нет. Ребят. Лайк, блядь. Не, ну... Я не ожидал, что он так быстро сделает, но это просто талант. Не, ну... Какой талант? Не, ну, он его быстро сделал, потому что он просто хорошо подтягивается. За раз? Да, рекорд. 15 раз. 15? На прямых, да. В меня тоже 15. Да, давай. Сейчас я вам покажу очень, ну... Что ты покажешь? Красивый элемент. Дабл халявный 360. Давай свой дабл халявный 360 делай. Давай, братан. Давай. Грибать. Отлично. А, мозольки. На самом деле, ну, на самом деле, він муку просто взяв. На камеру не передать? Но... На камеру це не передається, наші ощущення. Да. Альфа ще раз пробує виход на одну.
Давай, постарайся на видео, чтобы закрепил прям. Блин, своей белой смазкой мне... Так нет, так вон она наоборот, турник наскользить от всего. Да пофигу, мы ненормально будем без... Пошире чуть-чуть хват, чуть-чуть вообще. Да, 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 да. Давай. Давай, давай, до конца. Та не на дві. Майонезі? Да. Тебе їде хера. Я, кстати, не знаю, завтра поїду. Ну, завтра буду в городі чи ні. Ну, возможно, да. Ага, то есть ми завтра можемо не знімати? Возможно. Ну, короче, будемо записувати зараз з тобою. Не точно. Не точно. А коли з тобою снімемо 24 часа на батуті? Ну. Он, давай цілий день на батуті знімати. Цілий день на батуті. Давай, хто останній вийде з батута? Давай. Хто останній вийде или вилетит? А давай, хто? А давай в конце этого ролика, обучал, мы попробуем, кто дольше провисит на турнике. Но поскольку я уже много занимаюсь, я, конечно же, выиграю альфу, я буду висеть... Ты уверен? Не, реально. Я буду висеть на одной руке. Ну, давай. А ты на... Ну, для начала сделай. Свой. Хорошо, давай. А кто будет... Мы камеру поставим? Ну, да. Только мы на телефон скоро сядем, братан. На... И давай отдельно снимем челлендж, типа... Кто последний выйдет с турника, тот проиграл. Так не, надо вот так высить обычно. Ну так, я так и буду высить. Ладно. Все, давай, одевай, напоследок уже, заколебал. Ух ты, ля. Красавчик, дай 5. А, давай, сейчас протру. Всем пока, дорогие друзья, вы были на канале Альфа. Оставьте приятный комментарий, чтобы Альфа порадовался, потому что он научился очень сложный элемент выход на одну. И обязательно поставьте лайк. И если вам не приходит уведомление о видео, поставьте колокольчик, а то я буду плакать. Это и так каждый день. Ради того, чтобы вы поставили лайк, я сделаю передний вид. Я сделаю ради этого передний вид.